тема эта настолько важна, особенно в нынешнем мире, когда с экрана мы можем увидеть рекламу шоколадных батончиков, чипсов, газированных напитков и так далее, то, соответственно, эта вся реклама идет на подростковый возраст. Учитывая данный вопрос, естественно, мы поставили здоровое питание в основу нашего треугольника здорового образа жизни. А если же вы вообще правильное питание, это важно.